Модернизированный асфальтобетонный завод уже работает в полную силу. Здесь установлено самое современное оборудование отечественного производства. Только один новый асфальтосмеситель способен производить 160 тонн в час. С таким объемом не справлялись даже три старых аппарата. Модернизированный завод может выпускать почти 3000 тонн асфальтобетонной смеси в сутки. Этого количества достаточно, чтобы покрыть более 20 тысяч квадратных метров дороги. Асфальтобетонному заводу больше 40 лет. Единственная модернизация оборудования здесь проводилась только однажды, в 80-е годы. С тех пор техника изрядно износилась. Оборудование не модернизировалось 31 год, и понятно, что качество приготовления асфальтовой смеси было невысокое. Кроме того, были большие потери. Потери как конечного продукта, так и на этапе смешивания. Поэтому приводило все к нерентабельности. Ну и плюс, наверное, не очень грамотное было управление этим участком. Поэтому принято было решение сдать в аренду. Результаты вы видите сами. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим качественный асфальт, новый качественный асфальт и на наших дорогах. Все работы по обновлению инвестор выполнил за свой счет. На заводе запущена и новая установка по производству минерального порошка. Раньше его приходилось закупать. Привели в порядок и зимнее хранилище, открыли лабораторию, которая контролирует качество асфальта. Каждая машина проверяется через лабораторию. И также лаборатория мобильная присутствует на объекте непосредственно, где он укладывается. Поэтому после этого отбирается проба. Если вдруг проба не соответствует нормам, то, в принципе, либо этот асфальт сразу не используется, либо буквально оперативно сразу срезается и перекладывается. Арендатор планирует провести к заводу железнодорожные пути. Это позволит значительно сократить логистические расходы. В этом году в Самаре запланировано отремонтировать больше 1 миллиона квадратных метров дорог. И дефицита асфальта теперь точно не будет. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.